Someday, babe, we're gonna win this war. We'll have enough and never ask for more. Some way, babe, we're gonna take things slow. If you're leaving, darling, won't you let me know? Успеха там, чтобы все твои желания сбывались и всегда успех сопровождал твою жизнь, чтобы не было никаких огорчений и чтобы впереди было только счастье. Ура! Спасибо. Ура! Опа! В норме! Да, не просите меня говорить на иностранном языке. Все хорошо. Хорошо. Ну, подождите, мясо жесткое, еще нужно потом. Вы не рады? Тебе уже снимают. Оля говорит. Ты глотай, не жуй, ладно, потом. Потом там все переварит. Переварь, бери. Извините, глотай, не жуй. Все встаем. Нам давай. Нет, там все, давайте. Бля, уже тяжело вставать. Саня, тебе уже 25. Ого, не афишируй, так двадцаточка, я думаю. Сразу, да. Желаю тебе в этой жизни найти себя, чтобы ты нашла свое призвание, получала от этого удовольствие, зарабатывала этим деньги, чтобы все в жизни было замечательно, и чтобы, когда ты нашла себя, ты не потеряла, чтобы в жизни, чтобы в любви с мужем, с Лешей все было хорошо, чтобы вы любили друг друга, чтобы вас
потом появились детишки, чтобы ты была здоровой, самое главное. Это очень важно, да, потому что главное жизнь и здоровье, потом все приложится. Ну и просто, чтобы ты была счастлива, женское тебе счастье, чтобы ты была довольна каждым днем. Просто. Аллилуйя! С днем рождения! Ура! Действительно, как лучше день, как пустые. Расскажи, когда вы познакомились? Ой, это было, когда нам было... У вас повторишь, не было? Нам было по 16 лет, мы гуляли в одной компании. Таня, Лена, Катя не сразу появилась. Юля гулял с вами? Настя. Юли не было. Так вообще, в 91-м году появилась. Да ладно. Ну, в 92-м. Вообще, Леша сначала с Наташей. Где эта Наташа, блядь? Наташи нет. Лёше нравился Лене, Насте и мне. Ого! Мне не нравится. Аккуратнее сейчас, аккуратнее. Мне просто сказал, что он симпатичный, и всё. Не надо, вообще нормально так. Да, они с Леной неплохо общались. Серьёзно? Но Танька завоевала его сердце. Волосы выдрала при этом. Ленке сказал, слышишь, ещё раз подойдёшь. И Насте, и Оле, и Лене. И Юле. И да. Юле заодно. Набил себе подушку из наших волос. Танюшку я знаю со школы. Вот, это самый ответственный человек, который у нас был в классе. Я желаю тебе такой же ответственности по жизни, чтобы у тебя в любом деле все складывалось так, как ты захочешь. Вот решила, что у тебя это получилось. Пусть у тебя будет все прекрасно, все солнечно, чтобы улыбалась каждый день на Танюшку. Ура! 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 Показывайте. Это что, чисто коньяк? Это, кстати, мой стакан. А зачем ты сюда полезла вообще? Это мой. Так это твой, вы же сами просили. Ну, вы же просили под кол, новый стакан какой-то. Желаю тебе дальше продвигаться. Вы не бомжи? Вы не поженитесь. Бомжи болеют. А, конь, да. Бомжи нет. Тихо, все, тихо. А можешь повторить, мы не сняли. А вы болтали, она все сказала. Такой был тост, такой тост. Шикарный. Спартак чемпион. Да, у меня будет тоже гулять. Когда играет он, стоит стадион. Хорошо, вот так. Татьяна, с днем рождения. Что тут говорить? Да. Но я ж не бабушка. Нет, нет, нет. Это Настя сказала. На 5 минут. Нет, я теперь. Не ж не Евгений имею. Сейчас сразу? Поздравляю тебя с днем рождения, с твоим юбилеем. Два в одном. Юбилеем. Я говорю. Я повторяю. Слово юбилей такое жесткое. Бублер. Небольшим. Всего лишь сать. Тих. Да. Всегда быть здоровой, чувствовать себя нужным. А Таня 25 можно. Чтобы у тебя было всегда много энергии. Энергии. Как мне нужно. Вот. Но в любви. Чтобы муж много любви был. Не спал так много. Ну он после ночи находится. Чтобы он вообще подвигал в карты. Аллилуйя! Find the words in the beat. Charlie's waiting on the end.
Человека. Это его природная необходимость. Вот. И поэтому я желаю всем здесь присутствующим, кто еще не нашел себе вторую половину, чтобы они это сделали. Спасибо, вот, Леша. Спасибо, да. Как-то быстрее. А те, кто нашли. Вы же погуляли бы, чтобы... Горит вам в аду, сволочи. Ура! I'd wanna be me too. I'd wanna be.